Корриган оказался продажным полицейским с большими планами на будущее. Он и его дружки списали на меня историю с Мартинесом. Как только я оклемался, меня потащили в суд. Мне дали 28 лет в тюрьме Синг-Синг. 10 220 и еще 7 дней. Я не потратил впустую ни одного. Когда меня выпустили, я был готов. Ты выходишь. На что менять? Денег у меня нет. Я пришел не за деньгами. Ты кто такой? Я тебя не знаю. Нет, ты просто меня не помнишь. Псих никак не уймет. Ну, побегай, побегай, урод.
Говорю же, он психопат. Ты на меня, что ли? У меня есть друзья. Тебе придется с ними пообщаться. Дерьмо. Если не случится курьезов, как произошло в Ирландии в 2005-м, тогда Роджер Лугран, являющийся безусловным фаворитом, принял последнюю планку за финишную линию. Думая, что он уже победил, он экстравагантно салютовал перед болельщиками за 100 метров до реального финиша. В итоге он стал лишь третьим и выиграл от телека черный путь вместо заслуженных 45. Напоминаю, на данный момент в нашем забеге... Да нет, это как Диги Плеера. Что за бред? Они размножаются, что ли? Я хочу помочь. Да ну? Да, я тут обмозговал слегка. Кэнди пока уехал из города. Я знаю одну девицу, которая помогает ему в делах, и ей нужен водитель. Я рассказал ей про тебя. Встреча завтра утром. А почему не сейчас?
Даже не знаю. Тогда поехали. А что насчет Бишопа и Слинка? Я же сказал. Думаю над этим. Что это за девушка? Немного терпения, друг. Они знают, что я вышел. Подонок уходит. Ты знаешь, кто из них его подослал? А это важно? Прежде, ты же знаешь. Именно так! А теперь надо отвязаться от копов. Закончил. С девушкой-то встречаться будем? Поехали. Это Мария Кортес. Мария – это парень, о котором я тебе говорил. Знаешь, чем мы занимаемся? Перевозками. Кэндис не то место для решившего завязать. Так кто меня нанимает? Я. Что ты умеешь? О, он может многое. Тебя напрягает твоя работа? Там есть плохие ребята. Плохие ребята есть везде. Я дам тебе знать. Подожди, когда я встречусь с Кэнди? Когда я скажу. Да, босс. Сделал.
Это Рэй. Я откопал нашего друга Слинка. Это было несложно, просто вони много. Подробности я тебе сообщу. Отсюда, быстро! Спасибо, парень! Это тебе за неудобство! Отлично. У Слинка развивается паранойя. Раз уж мы хотим ужалить его побольнее, будем изобретательны. У него есть 3 порно-магазинчика. Все лавки отлично охраняются. Обработать их за раз не удастся, но вот по очереди и быстро, пожалуй, прокатит. Первый магазин в Северном Бронксе — не проблема. Мы не сможем заглянуть в другие 2, пока мы не начнем игру. Это я беру на себя, буду на связи. Профессионалы, что за черт? Че проблема?
Я обещал тебе тачку. Получи. Моя работа. Красавица и вся в броне. Постарайся ее поменьше бить. Детали-то не бесплатные. Себя хвост!